Окунуться в полузабытый мир шелковых платьев, светских встреч и вальса. В Курске встретили весну большим студенческим балом. Танцевальная программа строго в традициях русских балов 19 века. Первый танец – полонез, второй – вальс знакомств. Самый романтичный и кружащий голову. Александр Бычков выучил свою партию всего за неделю. Ничего там плохого нет. Если юноша умеет танцевать вальс, это даже очень хорошо. Это честь, конечно, уметь танцевать, чтобы это красиво все это делать, плавно двигаться. Это очень красиво. Первый студенческий бал состоялся в прошлом году по просьбам самих учащихся. Так ребята знакомятся друг с другом и с историей России. Современная молодежь, она самая замечательная. Что бы кто ни говорили, но это самые лучшие студенты. И им просто необходимо немножко показать и немножко привлечь их к тому искусству и к той красоте, которая была раньше, и они не отказываются. Организаторы мечтают возродить блеск русских балов. Ведь раньше умение танцевать могло принести успех не только на паркете, но и в карьере. Вера Сазонова, Антон Латышев, телеканал «7».